Пляжик выглядит приблизительно как в Италии, в Сицилии. Там, правда, был пляж, ну, чтобы не соврать, где-то 2 или 3 километра, по-моему, длиной, и он был прямой, то есть не такой вот изогнутый. И там часто ездили вот эти вот, знаете, на как гонки на лошадях, на колесницах, такие жокеи. То есть часто вот на них там гоняли эти жокеи, то есть тренировались. И еще куча, просто куча была этих кайтсерферов. То есть приезжали на машинах, доставали всю снарягу, доску, парашют. И потом они там, ну вот приблизительно вот такие волны, да? Сейчас покажу поближе. То есть ветер был достаточно сильный, холод, ну, наверное, как вот сейчас в Австралии, то есть я был где-то в марте, по-моему, то есть в доме был дубарь конкретный, то есть нету там отопления, есть только кондиционер, который, естественно, сушит воздух, но не отапливает пол, который просто ледяной. Так вот, эти серферы, вернее, не серферы, как их, кайтеры, они там прыгали, местами 5-10 метров в высоту. То есть такие взлеты были конкретные. Прикольно, конечно, это все выглядит. То есть я не знаю, сколько это напряга надо вообще, чтобы так вот кататься там час или два. Но то есть я там пришел, полежал, поспал, встаю. Они все еще катаются. То есть там, наверное, надо быть очень хорошо накачанным. Вот. Ну, в принципе, как и для серфинга тоже. Вот. То есть серфинг там, как рассказывал мой коллега, то есть он, говорит, плавал каждый день практически, тренировался. Бегал там. Потом пошел зимой на курс, потому что зимой, потому что меньше очередь, меньше народу идет. Вот. Ну, говорит, после одного или двух дней, по-моему, его там учили прыгать, соскакивать с доски, прыгать, соскакивать и так далее. Вот, он говорит, он сел в машину и полчаса просто отходил, потому что он даже поднять руки не мог. Вот, это при том, что у него была хорошая физическая форма. Ну и после этого он сдался. Больше особо уже не плавал. Вот такие волны тут. Крутые. Не знаю, потихоньку, наверное, буду возвращаться обратно. Потому что сейчас уже 3 часа дня. А темнеет где-то в 5. Где-то час еще на поход обратно. О, блин, народ идет плавать сейчас. Блин, моржи. Сейчас покажу. Может, увидите, может, нет. Не знаю. Не знаю, видно или не видно. Ну, да ладно. В принципе, купальный сезон где-то начинается здесь. Ну, я бы сказал, с октября, наверное. То есть, может быть, там, в сентябре. Середина сентября, так, если прохладно. Хотите поплавать, то может тоже можно. Вот. Ну тут больше проблема даже не в воде, наверное, а в том, что если ветрено, да, и то есть солнца нету, к примеру, то сразу становится очень холодно. После того, как вы окунулись. Вот даже вот в теплое время суток, когда солнце заходит, сразу такой холодина начинается. То есть аж трусит. А вот. Ну, это такие особенности австралийские. Ну и плюс океан, тут всегда больше ветра как бы. А тут какая-то заводь. Чайки тут плавают. Вот видите, небо уже такое темное. Сегодня обещали вообще дождь. Вообще-то. Вот, но как бы дождь в центре, наверное, а здесь
А, по-моему, на западе Сиднея. Вот. Ну, а здесь как бы все нормально. Вот. Но днем уже температура обычно где-то в районе 13-15 градусов. Вот тут уже становится прохладненько. Побывал я на Вивид Сидней. И ну, что я могу сказать об ощущениях? То есть ощущения достаточно двоякие. То есть по всему городу понаставили каких-то заборов. Там все ремонтируют, что-то не ремонтируют. Просто поставили заборы, потому что ожидалось, по-моему, 2,5 миллиона людей. И вот народ как скот гнали, как баран, стадо баранов гнали по вот этим вот коридорчикам. Ну и особо вы ничего не можете посмотреть, потому что как бы все закрыто еще заборами. То есть вам надо там камеру ставить как-то выше, я не знаю, что ли. Вот. То есть все такое, знаете, в стройках. Туда не ходи, сюда не ходи. То есть я был как на ферри, или не знаю, как это называется вообще. Типа корабль там водит, по-моему, пару часов в харборе. И вы смотрите на эти огни. Ну там он в основном был возле харбора, Harbor Bridge. Вот. То есть особо много не посмотришь. Из-за того, что по идее он, по-моему, в Мэнли собирался. Но то, что море было достаточно таким жестоким, они чисто в порту были. То есть было красиво очень, такая лодка полностью стеклянная, ну, борта в смысле. То есть все видно, на крыше, по-моему, стекла нету, по крайней мере, так видно было. И, то есть видно небо, то есть эффект, конечно, потрясающий. Советую вам сходить на такую лодку. Вот, то есть там еще кормят, напитки, все включено, то есть пьете сколько хотите. Некоторые там вообще на четвереньках потом выходят. Блин, по-моему, опять зашел не туда. Вот. То есть еды там тоже есть немного, ну, еда так себе. То есть смотрите на отзывы, где получше, где похуже. Ну так это и к чему? То есть вид с этой лодки, он был гораздо лучше, красивее как бы, чем если вы будете по берегу ходить, там или ботанический сад и так далее. То есть вы, в принципе, с лодки видите практически все. Ну ладно, не все, конечно, но тем не менее, большую часть. Вот. То есть Vivid Lights заканчивается, по-моему, через 2 недели, если не ошибаюсь, или через неделю. Но, в принципе, то есть было достаточно красиво все сделано. Местами со звуками. То есть очень много народу ходит. Были там какие-то русские тоже, я видел. Вот с семьями ходят, смотрят. То есть так вот.
Спасибо.